Елена – женское имя греческого происхождения. Первоначальный вариант этого имени – Селена. Так древние греки называли Луну. В древности имя Елена было довольно распространенным. Им называли девочек из семей аристократов. Елена – символ вечной женственности. Она как бы лишена возраста. В юности ее занимают взрослые женские проблемы, а в старости она продолжает ощущать себя почти такой же юной, как и в давние годы. Но Лена способна проявить гибкость ума, если речь идет о достижении цели, которую она перед собой поставила. В поведении Елены внимательный человек может уловить некоторую напряженность. Иногда это выражается в сдержанности Елены. Бывает же и наоборот, когда это не совсем понятно, ей самой возбуждение заставляет Лену держаться несколько вызывающе, как будто она только и ждет нападок со стороны окружающих. В общении с Еленой никогда не следует забывать, что какова бы ни была ее маска, за ней скрывается ранимая и тонко чувствующая душа. Елена влюбчива, но, встретив своего единственного, пожертвует всем ради любви. Ценит мир и покой. Основной враг Елены – немыслимая лень. В жизни Елены не очень счастливы, так как сильно подвержены сменам настроения, которое управляет их поведением как в быту, так и на работе. Такое сочетание взбалмошности и принципиальности с сильно развитым чувством ответственности и все той же категоричностью буквально разрывает Елену. При этом Лены люди целеустремленные, нередко талантливые. Они, как правило, отличные работники, поскольку быть иными им просто не позволяет чувство гордости. Они заботливые матери и жены. Еленам ни в коем случае не стоит становиться педагогами, ибо их характер находится в полном противоречии с требованиями, предъявляемыми к этой профессии. Елены интроверты. Хорошо чувствуют себя только в своем собственном мире, где мечтают о драгоценностях, дворцах и пышных приемах. Живут в вымышленном мире, что невольно вынуждает их постоянно лгать. Слишком возбудимы, капризны, что одновременно является и слабостью, и очарованием. С другими женщинами отношения складываются тяжело, без особой приязни. Больше дружат с мужчинами, но быстро превращают их в своих невольников. Поражение для них как личное оскорбление. Елена с трудом прощает обиды, никогда не забывает о нанесенном оскорблении. У Лен синтетический тип мышления. Хватается за целое и не утруждает себя частностями. Елена любопытна, как кошка, болтлива, обладает хорошей зрительной памятью. Лена либо любит, либо не любит. В последнем случае вам лучше отойти в сторону. Когда же любят, то могут сегодня просто умирать от счастья, а на завтра забыть о вас. У Елены богатый внутренний мир. Но она слишком доверяет окружающим, поэтому часто подвергается обману. За это мстит своему обидчику, старается всячески наказать его. Эмоциональная сторона преобладает над разумом. Елена очень целеустремленная, всегда добивается своего за счет напористости. Хорошо умеет манипулировать людьми, делает это легко и непринужденно, общительно, близко к сердцу воспринимает жизненные неприятности и трудности. Также она капризна, скрытна и замкнута. У Елены очень тонкая ранимая душа, она легко ладит с людьми, старается избегать конфликтных ситуаций, обладает хорошей интуицией. Тайна имени заключается в душевности и глубине чувств. Елена всегда способна проявлять сочувствие и сострадание. Она внимательна и заботлива по отношению к своим близким, в то же время хитрая, расчетливая, излишне впечатлительная и одухотворенная. Обожает спорт и рукоделие, любит путешествовать и посещать разные города и страны. Способна на решительные поступки, но часто действует на эмоциях, не задумываясь о последствиях. Елена обладает силой духа, лидерскими качествами, поступает по-своему и не любит подстраиваться под других. Наиболее совместимые мужские имена с Еленой – Виталий, Владислав, Игнат, Илья, Никита, Андрей, Александр, Валерий, Дмитрий, Игорь, Роман, Станислав, Юрий. Несовместимые имена с Еленой – Анатолий, Василий, Иван, Марк, Степан. Знак имени – Лев, покровительствующая планета – Меркурий. Талисман камень – Халцедон. Талисман цвет – серо-голубой. Талисман дерева – дуб. Талисман растения – астра. Талисман животное – олень. Наиболее удачный день – пятница. Счастливое время года – лето.